Приветствуем. Если честно, немного не помню, кто за кем был закреплен. Пока занимаюсь подготовкой. Ну да ладно, скоро выясним. Так, ну, лагеры Демец гарантированы за Жанной. А, ну и относительно планов. Задача наша — захватить вот этот вот речной полуостров, не знаю, как его правильно назвать, и добраться до булочника. Ну, попутно захватив все, что будет по пути. Полагаю, не такая уж плохая цель. Стрел не набрано, но впереди кузница, так что более-менее должно получиться. И да, если я этого еще не упоминал, то выяснилось, что на Карла просто сам по себе происходит периодические покушения. По крайней мере, пока мы ходили и сбагривали ненужные вещи, на него так и умудрились напасть, при том, что рядом врагов изначально не было. Лагерь успехи делает. О. Ладно. Так, надеюсь, они там не набедокурят. Yes? Сейчас проверю. По-моему, я привязывал всех из неуправляемых колонн. Нет, я не знаю. Ready! Yes? Да, ну пожалуйста, не делай. I cannot comply. Тогда просто выйди пока. Moving to destination. Да, они за ним выдвинулись. Вот за это мне этот режим не нравится. Они просто не управляют. Following general. Ready! Come on! There's a country to be saved! I can buy. Что? Это кто сказал? Жан? Так, это лагерь. Вот ты хитрый какой. Все, туда не идем. А, нет, все правильно, идем. Я уже думал, мы перешли второй мост. Мои извинения, ребята, все выдвигаемся. Один. Ну, кузнец, главное, чтобы не прибили. Где-то там. Уже? Это не первый раз, когда горбок стоит освобожден, пока рядом с этим городком обитаются враги. Thank you.
further instructions. А, да, конечно. Так, обычная атака, сильная атака. Стоят. Так, ну, лагер Жан, если что, помогут. Всю толпу не вижу смысла тащить. I need assistance. Жан, ты шутишь? Даже маленький городок, то и идет какая-то догрузка карта. Так, вроде больше ничего нету. Это, блядь, страж. Длинный лук. Орлеанский даже подарок. Хоть у него стрелы нету. И у меня по какой-то причине один из врагов остался цел. Мимо него прошло два отряда, а он уцелел. На, него. Угу. Хорошо, так. Holding position. Ну, показывай, кузнец, что у тебя есть. Что? Так, минуточку. Так, проверяем. Ну, не знаю, по-моему, внешний вид так себе. Да, он там дает посильнее повреждений, но... Жанна и так всех раскидывает. Направо и налево, так что... Позволю себе побегать с тем... Resuming duties! Resuming duties! Который считаю посимпатичнее. Да, конечно. Зашел к кузнецу, чтобы затариться стрелами. Ну, разумеется, остался без стрел. Просто меня этот клинок отвлек. Ладно. По идее, этого должно хватить, по крайней мере, ненадолго. Хотя... Вот теперь... Более-менее достаточно. Кстати, я смотрю, они уже все без лошадей опять.
Да ладно. Преодолеть городок. Ансельм Престон. Приближается противник. Защищайте лагерь и не дайте нашим пушкам попасть в грязные лапы французов. Так, где мое подкрепление? Так, лучников не вижу. Что странно, кстати. Вижу врагов. Я обычно хотел. Так, вот это уже опасно. Так, Жан, что у тебя там творится? Здесь хлебушек. Да что ж такое? Алибардов что? Мы алибарды подобрали? Стоп, стоп, стоп. Ага, вижу. Так, стандартно избегаем проблемы. Больше пуш нету. Ладно, думаю, не справится не такой-то толпой. Ого. Come to Mare of Ujair. Мы захватили. Вот тут пушки уничтожили вообще. Ну да ладно. Так, вот жесть-то какая. Сейчас дождусь, пока они более-менее подойдут. Так, хорошо. Holding position. Waiting further instructions. Потому что надо осмотреть лагерь. Вот как раз они пока перегруппируются. Соберутся в один отряд. Будем надеяться, нигде не застрянут. Все, даже ящиков нету, которые можно побить. Ну и как-то маловато. А, вижу ящики. О, еще ящик. О, неплохо. Спокойно. Так, теперь аккуратно. Выдвигаемся по направлению на запад. Ну, сначала только, дабы... Ой. Даже так. Дабы наши доблестные войска не отвлекались, на что не походя. Ого. Все равно справиться рук.
спокойно. Может, еще повезет, и они отступят. Ё-моё. Ну, перевес явно на нашей стороне. По-моему, даже без потерь обошлись. Хорошо. We need to save our lands. Хорошо. Ну, допустим. Beyond this bridge lies farmland. It has been rumored that Lord Scales has been utilizing this land to feed their own, neglecting our people's needs. Let us clear the farmland so our people need not fear hunger anymore. Так, Lord Scales. Не подходите к полю. Весь урожай принадлежит нам, и так будет всегда. Было бы неблагоразумно полагать, что мы не станем взять землю, которая нас кормит. Эта земля принадлежит нам. Если вы пытаетесь зайти на нашу территорию, вам не сдобровать. Мы вас предупредили. Так, стрелки. Вроде бы не вижу. Ну как так-то? Хорошо, продвигаемся по полю. Появились.
конечно, не толку. По одному, ну, как-то по другому. Хотя, ну, уже неплохо. Это точно лучники. Ладно, арбалетчики. Стрелки. В следующий раз надо назвать их нейтральнее. Хорошо. Кстати, получается, что вот это вот все вот поле и вот эта вот деревня-то считается одним целым. Как вообще так было возможно? Здесь всего ничего. Вокруг сплошные союзники. А нет, даже они добрались. Лови. Полководец вражеский? Нет, 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 нет. Нет, да ладно, бастард его уронил. Вот какого... Когда мне следует начинать эту стрельбу? То он стоит и сразу бьет. Ну да, трагически. Отстрелы под лопатку. А, вижу. Хотя это столбы. Может даже так получится. Получилось. О, живой. А потом целый. Прятался, что ли? Так, Сезан Сю Шампань. О, улучшили репутацию Карла. Так, сначала выйдем сюда. И у нас из потерь, по-моему, только Далансон понес. Мне все больше и больше нравится тут гулять. Holding position. Standing my ground. Resuming duties. Это, к сожалению, к сожалению, это возможно только до первой крепости, где опять же лучники будут поливать их со стрел, ой, со стен, но стрелами. Так, надо осмотреться, потому что мало ли что пропустили. О, уже вижу сундучок. Ну а так надо зайти к булочнику, скинуть лишнее. Блеск. Так. Ладно, сначала к булочнику. По идее, алебарда не должна пропасть, хоть она и больше напоминает двуручный топор. И да, я пытался найти горячую клавишу, чтобы одним кликом продавать. Как-то не получилось. Может, конечно, проверить сейчас. Мало ли. Не срабатывает даже правая кнопка. Ну, в смысле, правая клавиша мыши. Хорошо. Удачи в битвах, благодарим. Два льва. Двойное лезвие этой самой мощной зелебард инкрустировано золотыми львами. Использовать может только Д'Алансон.
Хорошо, дадим ему обновку. Ага, конечно, прям взял это там. Так, 70, 80. И все атаки. Ну да, по идее это выгоднее. Опять незаметный заборчик. Ну что ж, из запланированного осталось только взять вон тот лагерь, спрятанный за холмами. Ну или за таким вытянутым холмом. Ага, сейчас. Не, ну туда уже чуть позже. Resuming duty. Подвигаемся. Ах ты ж. Ну, в общем-то, сам все вот это получается. Колчан закончился. Ой-ой-ой, так, назад. Надо сейчас столпимся, и потом уже кто-нибудь заборчик туда останется. Орлеанского уже поцарапали, не слабо так. Holding position. Awaiting further instructions. Хорошо. Спокойно. Все. О, репутация Карла-то растет. Так, есть ли что-нибудь в этом маленьком лагере? Для защиты. Священного ключа. Ага. Ну вот не факт, что мы его найдем. Так как до этого все доступы к квестам давали Resuming duties. Те, с кем можно было повести диалог. А если в той деревне, где мы были, я уже не знаю, с кем это можно было поговорить. Рады, что возвращаться. Ну, просто я не вижу смысла, если ключ дают дальше. Это не очень удобно. Хотя, в принципе, почему бы нет. Да, видать, тема хочет показать слышимость. Мы буквально в паре метров от них сражались, и они даже не отреагировали. Кажется, они закончили бой. Ну что ж, поставленные цели достигнуты. Причем даже лучше, чем мне приходилось ожидать. Потери незначительны, в буквальном смысле этого слова. Так что можно сказать, что все даже очень удачно получилось. Ну что ж, а на этом пока что все. Подведу к кузнецу.